Sometimes a woman's so busy being a mom, she forgets to be a wife. Sometimes a husband is so busy being a husband, being the title, being the breadwinner, and so he thinks, well, I'm doing everything a husband should do. You got a roof over your head? Uh-huh. You got food on your table? Uh-huh. Am I paying all the bills? Uh-huh. I'm doing all the things a husband should do. And she's saying, but baby, go ahead and continue in this atmosphere of praise. But let's just transition into an atmosphere of worship right now. Come on. Because you know it's in this time that God begins to speak to us. Amen. Amen. And we came tonight to hear a word straight from the throne room of the Father. Amen. So come on, lift up your hands. We're going to sing a new song, but I want you to lift up your hands and lift up your voice and just say, God, I worship you tonight. Come on, open up your mouth. Come on, church. I lift you up, Jesus. Hallelujah, hallelujah. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently just to hear who he is. Come on, is there anybody that's going to worship him tonight? Yeah.
Отец, ты один достоин быть превознесенным превыше всех богов. И посему мы пришли воздать славу Твоей славе, соединить свои голоса с непрестанным гимном славы, который воспевается архангелами, силами, владыками, престолами, владычествами и многими архирувимами и шестикрилыми серафимами, которые закрывают свои лица и летают друг к другу, воспевая и повторяя, и провозглашая, что Ты свят. Небеса и земля исполнены Твоей славы. И посему, Отче, мы пришли сегодня воспользоваться Твоим помазанием, которое делает проповедь легкой и слышание сладким наслаждением. Подай нам Твое благоволение и Твою поддержку. Ясность мысли, точность речи. Помоги нам быть верными в тексте и не нанести ущерба Твоему Слову. Склони волю каждого грешника, дабы они признали Твое имя. Укрепи умы тех, кого зовут Твоими святыми. Назидай нас и сделай нас сильными. Прячь нас позади Голгофы, дабы слова, которые мы говорим, не были нашими словами, но да будут то Твои слова на назидание Твоего народа. Позволь Архирувиму взять уголь с Твоего алтаря и коснуться моих губ, чтобы слова, которые я говорю, не были бы моими, но да будут Твоими для назидания Твоих людей. Во имя Твоего единородного Сына, нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, Твоим святым, благим и пресносущным Духом. Аминь и аминь. Давайте возвысьте свои голоса как можно громче и любите Господу некоторое время. Давайте. Давайте, поклоняйтесь Ему хоть секунду. Давайте, скажите что-то сладкое Господу, давайте. Просто нечто между тобой и им. Что-то, что не на проекторе. Что-то, что в твоем сердце. Давай, скажи что-нибудь. Прошепчи что-то ему на ухо сегодня. Аминь. Вы можете садиться. Я принес вам всем благодать и мир во имя Господа Иисуса, Господа и Спасителя Иисуса Христа. Это благословение быть здесь. И я дома, так что не чувствую себя гостем. Я не гость, теперь это дом, я уже переехал, слава Господу. Я как уличный кот, покормишь меня однажды и уже не избавишься. Но мы в восторге быть здесь сегодня. Пастор Клинт передает вам свою любовь. Весь день он сегодня в эфире на радио. Ему уже позвонили, что он на первом месте в нескольких чартах. Уже берет хиты в госпел-хит-парадах. Что впечатляет. Он фактически готовится путешествовать на этой неделе, побывать еще в нескольких местах. Он появится на Daystar. И в других местах мы в восторге. Кто из вас знает, что у вас один из лучших пасторов в стране? Да не один из, а самый лучший. Он намного, по моему мнению, он живет тем, что проповедует. Он человек, живущий заветом. И сделал так много для многих. Люди никогда сполна не поймут размах Божьего Царства, пока они не переживут это в своей жизни. Одно дело проповедовать это, другое дело жить этим. У меня была возможность жить с ним и наблюдать за ним, и видеть его в ежедневных стандартах каждый день. И этот человек действительно изливает из своей жизни так много и многим. И это невероятно, видеть его вышагивающим Царство Божие. Как пример, я сказал, он мой друг, и пример для меня, мой брат в Господе, и для меня честь, что он зовет меня другом, и для меня честь быть здесь и быть частью этой церкви. Как я сказал, когда я был болен и боролся, столкнулся с раком, просто бесовская атака за атакой, он был единственным человеком, который протянул свою руку мне, стал мне другом и предложил мне что-то, когда у меня ничего уже не осталось, я потерял все.
Ты знаешь, легко благословлять людей, у кого все есть. Многие люди любят зависать с теми, кто на их уровне, но требуется нечто, чтобы поднять того, кто внизу, и вытащить их оттуда. Вытащить туда, где ты, аминь. Вот такой пастор у вас, и таково Царство Божие. Мы любим его, аминь. Я рад, что здесь сегодня мой друг, епископ Алексей, и его помощник здесь, брат Виктор, которые приехали аж из России. Потрясающее служение. Потрясающее служение из России. И многие люди выходили в интернет, когда я был болен и был в больнице. Люди не могли найти мои кассеты здесь, поэтому им приходилось заказывать их из России. Они перевели их на русский, и пришлось переделать их опять на английский. И это было их служение. Да у него даже с собой есть что-то. У меня нет моей продукции, он продает мою продукцию у черного хода. Слава Господу. Просто не забудь мою десятину. Слава Господу. Пусть Господь использует тебя. У него здесь, я даже не знаю, что здесь, но, наверное, это хорошее. Вам всем надо купить это. Пусть Господь использует тебя. Слава Богу. Богу слава, аминь. У них потрясающее служение там, потрясающее, потрясающее служение. Мы будем пытаться запланировать что-то на это лето, поехать в Россию и служить там, аминь. И мы в восторге о Боге, делающем такие вещи в их жизнях. Они мои духовные братья, мы были на связи по телефону уже долгое время, но это благословение, что они здесь. Епископ Алексей и брат Виктор, встаньте, пожалуйста, помашите всем. Потрясающие люди. Вы знаете, мы избалованы здесь, в этой стране. Мы избалованы. Мы не знаем. Многие десятилетия им приходилось противостоять коммунизму и традиционному религиозному мышлению в той стране. И сейчас они просто потрясающая рука Божья, и движение Божье происходит там. Вы можете выйти на их веб-сайт Success in God, и они делают потрясающие вещи, сокрушают дух нищеты. Абсолютно иное мышление там, и мы просто в восторге, что они с нами. Если у вас с собой есть Библия, откройте со мной «Песнь песней» или «Песнь Соломона». Песнь песней является частью ветхозаветных писаний, которые происходят от так называемого Мегиллос или свитков, как Есфир, Руфь, и песнь Соломона тоже в этих текстах, Экклезиаст, Плач Иеремии. Часть ее фактически поется каждый год во время праздника Песах или Пасха, и она была написана Соломоном. И долгое время люди спорили, законно ли эту книгу включать в канон Писания. И это, конечно же, был святой Иероним, который написал Вульгату на латыни, то есть латинский перевод Библии, который в основном отстаивал то, что это невероятно пророческая песня, которая написана от Христа к его невесте и от невесты обратно Христу. В пятой главе, которая фактически четвертая песня, в шестом стихе, вот эти слова. «Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души моей во мне не стало. Когда он говорил, я искала его и не находила его, звала его, и он не отзывался мне». Я прочту это еще раз. «Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел». Души во мне не стало. Когда он говорил, я искала его и не находила его, звала его, и он не отзывался мне. Я хочу проповедовать сегодня на тему охлаждения отношений. Охлаждение отношений. В современной судейской системе есть несколько причин, когда ты можешь в американском обществе подать на развод. Одна из вещей, которая случается со многими отношениями и которая делает отношения бесполезными в американском суде, это охлаждение отношений. Другими словами, есть такой момент,
к которому вы можете подойти однажды в своих отношениях с людьми, что ты чувствуешь, что ваши отношения настолько охладели, что тот, кого ты когда-то любил, ты уже даже не знаешь его. Иногда можно настолько привыкнуть к людям, что страсть, которая оживляла тебя, то, что интриговало тебя в них, теперь становится нормальной вещью. И что когда-то вдохновляло тебя, теперь раздражает тебя. Что ты любил когда-то, теперь нервирует тебя. Что ты когда-то считал прекрасным, теперь становится отвратительным, потому что где-то в процессе ты перестал вкладываться. Ты привык, тебе стало комфортно, ты стал ленив. И где-то в пути ты охладел, и ты осознал, что ты чужак человеку, которого раньше любил. Почему я боюсь за американскую церковь, что церковь настолько научилась быть церковью, что мы научились играть спектакль, но мы потеряли нашу страсть по присутствию Божьему. Что мы знаем, когда сказать «Аллилуйя», когда вскинуть руки, как кричать, как... Мы можем играть это, мы знаем, как натянуть маску, мы знаем, как играть это, но что-то в нашем духе говорит: «Бог, я чувствую себя дальше от Тебя, чем когда-либо ранее». Я постоянно сражаюсь с конфликтом фазы, которая говорит: чем ближе я приближаюсь к Богу, тем дальше я себя ощущаю. И кажется, что если мы провели в церкви хоть сколь-нибудь времени, мы должны бы чувствовать себя ближе. И однако мы смотрим и начинаем осознавать: Бог, я чувствую себя дальше. Что не так в этом сценарии? Вот в песне Соломона записана песня между двумя людьми, которые любят друг друга, и теперь ей приходится столкнуться с болезненной реальностью того, что иногда наступает момент в отношениях, когда ты ищешь того, кого любила, и будешь вынуждена обрести интимность в отсутствии настолько же, насколько имеешь в сношении. Тебе придется найти что-то, чтобы возжечь свое сердце и твою страсть, что настолько же живо и реально, когда его нет, как и когда он рядом. Легко быть верной, когда чувствуешь его. Легко быть преданной, когда он постоянно рядом, подтверждая свою любовь к тебе снова и снова и снова. Но пришел ли ты к тому месту, что если Бог удалит себя на время, то ты скажешь: я не собираюсь падать, я не собираюсь разворачиваться, я не собираюсь бросать ходить в церковь. Легко славить Бога, когда счета оплачены, и муж верен, и у детей все хорошо, и ты приходишь в церковь и ощущаешь его присутствие. Но будешь ли ты верной, когда все кажется летящим в тартарары, и ты ищешь его лица, а его нет? Песня Соломона описывает вопрос между двумя людьми, которые заботятся друг о друге. Но есть болезненная реальность, с которой она сталкивается, что есть моменты в твоей жизни, когда ты будешь искать Бога и не найдешь. Святой Григорий Ниссский, один из великих каппадокийских отцов IV века, который написал больше комментариев по Ветхому Завету, чем любой другой писатель того времени, говорит, что искать Бога — это как человек, который решил уставиться на солнце. Опасность взирания на солнце в том, что свет, который ты пытаешься увидеть, ослепит тебя.
Цена, которую ты иногда платишь, чтобы понять Бога, это чувство отчуждения Богом, потому что если ты просто изучаешь любой другой курс, если ты изучаешь физику, всегда в фундаментальном конце всех математических уравнений есть фундаментальное понятие. В конце концов, кто-то вскроет код и придет к ответу. Когда ты изучаешь литературу, на вершине, на пике произведения искусства Шекспира, ты хотя бы сможешь понять подноготную соответствующих персонажей, которых Шекспир пытался понять и расколоть. Если ты изучал искусство и картины и начинаешь понимать мазки, стоящие за движением руки Пикассо, ты сможешь прийти, изучая различные картины и искусство, ты сможешь понять пламя и страсти, моментум, который накапливался, когда они писали. Если ты изучаешь музыку, ты познаешь, что в каждой великой симфонии, которая написана, есть крещендо, последний отрывок, который запечатлевает все, который дает тебе понять, что это произведение искусства. Но когда ты изучаешь тему богословия, когда ты изучаешь тему Бога, никогда не будет последней главы, которую можно написать, потому что Бог — это неисчерпаемый объект, потому что каждый раз, когда ты узнаешь что-то о Нем, ты осознаешь, что ничего не знаешь. И каждый раз, когда ты думаешь, что раскусил Бога, ты осознаешь, что Он больше, чем ты. Он за пределами твоего интеллектуального разумения. О, может быть, ты не понимаешь этого, может быть, ты пытаешься выяснить. Но позвольте мне просто сказать вам, как раньше матери церкви говорили, малыш, он настолько высок, ты не перепрыгнешь. Он настолько глубок, что не подкопаешь. Он настолько широк, не сможешь обойти. Он неисчерпаемая тема. Искать его — это иногда прийти к заключению, что я не знаю его. Это называется апофатическое богословие. Катафатическое богословие скажет тебе, что он есть. А апофатическое богословие — это когда на каждое определение, которое у меня есть тысяча определений, чем он не является. Иногда это лучше понять его из того, кто он не есть, нежели кто он есть. Потому что если я пытаюсь выяснить, кто он есть, это лишь уменьшительное, это умаляющее. Если я назову его Богом, это даже не достойно того, кто он есть. Сказать, что Бог есть Бог, это даже не вписывается в достоинство того, кто он есть. Потому что Бог — это определение, это описательный термин, используемый только, чтобы описать то, что не сотворено, тому, что этим сотворено. Другими словами, это творение зовет Бога Богом. Но Бог не зовет себя Богом. Бог не может определить, кто Он есть. Потому что Он говорит, меня нельзя ограничить этим определением. Итак, Бог, кто ты? Он просто говорит, я есть. Ну а что ты? Я просто есть. Но что ты? Я есть. Мое есть невозможно определить твоим что. Когда ты говоришь, что я есть, я больше этого. Вот почему Павел говорит, он сделает несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Самое большое, что ты можешь подумать, он больше. Величайшее, что ты можешь подумать, он больше. Высочайшее, что ты можешь придумать, он выше. Глубочайшее, он глубже. И иногда я борюсь, потому что мой величайший страх, и меня не волнует, что ты думаешь, но одно, чем я не хочу быть, это лицемером. Я не хочу приходить сюда и играть, и упустить его. Я не хочу любить его, потому что это правильно любить его. Я хочу любить его, потому что я действительно влюблен в него. Послушай, может, ты не поймешь этого, но я предпочту пойти в ад, нежели играться в церковь. Ты понимаешь, о чем я говорю? Я в таком месте в своей жизни, что я говорю Богу, Бог,
ты мне нужен, чтобы ты помог мне, когда я не могу помочь себе, когда я не хочу быть правым. Помоги мне быть правильным, когда у меня нет... Смотри, некоторые из вас, вы ведете себя как старшая родня Богу. Ты притворяешься, что молитвенный круг не скрипит, и огонь всегда горит. Но иногда мне не хочется молиться. Мне не хочется идти в церковь. Меня тошнит от церковных людей. Меня тошнит от религии. И настолько же, насколько я люблю их, бывают моменты, когда меня ошеломляет. Это просто ошеломительно. Но я говорю Богу, Бог, когда я не хочу приходить, волоки меня. Когда я не хочу уходить, волоки меня. Но не оставляй меня там, где я есть. Эх, если бы кто-нибудь хотел здесь моей проповеди сегодня. Послушай, я не хочу быть охлажденным. Послушай, с чем разбирается этот текст? И я почти закончил свое вступление. О чем здесь речь идет? Чего мы не хотим слышать? И к чему современное христианство притупило наш слух? К тому, что в жизни у тебя будут трудности. Не дурачь себя. У тебя не было трудностей? Продолжай жить. Тебя не предавали? Продолжай жить. А тебе не говорили? Продолжай жить. Семья не сходит с ума? Продолжай жить. Каким-то образом в подытоживании нашей христианской веры мы ощутили, что нам сделали прививку от трудностей. И поэтому мы приходим в церковь, разыгрывая роль, в которой у нас как бы нет проблем. Мы живем теперь тем, что нам как бы надо... И я верю в силу исповедания. Ты должен говорить что-то. Но иногда ты должен быть правдивым. Иногда, ты знаешь, иногда... Позвольте мне сказать это, пока я в этой теме. Позвольте сказать вам. Когда я говорю к вам, я не обязан давать вам презумпцию невиновности. Потому что есть некоторые, которые пытаются уничтожить других. Поэтому, когда они спрашивают, как дела, ты говоришь, благословлен, высоко благоволение его, малыш, не дождетесь. Не забудь это. Ты себя хорошо чувствуешь? Дорогуша, я брыкаюсь. Я самый страшный ночной кошмар дьявола. Если дьяволу хотя бы приснится, что он связался со мной, ему придется проснуться и извиняться. Как твои дети? Боже мой, они на миссии прямо сейчас в России. Ты знаешь, что они спят у тебя прямо сейчас на диване, без работы, без денег, играют в PlayStation 2. Но ты говоришь, о, они готовятся к миссии, Бог мой, они только постятся и молятся. Не позволяй им. Но если есть одно место, где ты должен быть способен открыть свое сердце без разыгрывания вынужденного спектакля, это место, называемое молитва. И есть времена, когда ты падаешь на свои колени и говоришь, «Бог, Бог, я знаю, что когда я иду в церковь, мне надо напяливать маску и вести себя, как будто все под моим контролем. Ты знаешь, я здесь, и, следовательно, я движусь. Но, Бог, я чувствую, как будто что-то неправильно и упущено в моем духе. И я не дам им или дьяволу знать об этом, но в молитве я должен чувствовать себя безопасно. Тебе надо быть способным сказать ему, я сражаюсь с некоторыми вещами, и если ты не поможешь мне, я проиграю. Бог, я сталкиваюсь с некоторыми вещами, и у меня нет силы. Я знаю, что все говорят мне сказать «нет». Но я устал говорить «нет». Давай, будем откровенны. Я устал сопротивляться. Я устал от того, что все благословенны, кроме меня. Бог, как насчет меня? Бог говорит Моисею в Ветхом Завете и говорит, «Послушай, Моисей, я хочу построить что-то, чтобы люди встречались со мной. Я хочу общаться с людьми».
И так он говорит ему: «Я хочу, чтобы ты построил мне ковчег завета». Это должен быть нормальный ящик, сделанный из дерева, покрытый золотом. Наверху должно быть сиденье с двумя херувимами, прячущими лица, склоняясь. Это будет называться престол милости. И в этот ящик положи свидетельство. Десять заповедей, посох, который принадлежит Аарону, и положи долю манны. Позвольте мне пояснить кое-что вам. И после он говорит: сделай четыре кольца. Позвольте мне сказать вам, чего Бог никогда не говорил Моисею. Бог никогда не просил Моисея построить ему дом. Бог никогда не просил храма. Бог никогда не просил дома. Бог никогда не просил зданий церкви. Никогда не просил собора. Бог сказал: я хочу пребывать с моим народом. Но если вы все попытаетесь запереть меня в ящик и думать, что вы меня вычислили, я хочу, чтобы ты приделал кольца туда и вставил жерди через них, дабы всякий раз, когда вы привыкнете к комфорту моего присутствия, дорогуша, если облако двинулось, тебе лучше пошевеливаться. Это именно Давид сказал: в моем сердце есть построить Богу дом. Пойми, люди всегда хотят запереть Бога в доме. Они хотят запереть Бога в их деноминации, запереть Бога в их системе, запереть Бога в их традиции, запереть Бога в их переживании. Но Бог сказал: я отказываюсь позволить тебе застрять в канаве. Смотри. Итак, он пытается сделать ковчег. И в ковчег кладет манну. Но заметьте, я хочу поделиться с вами кое-чем. Потому что когда мы читаем о ковчеге Завета позже, после того, как он взят к филистимлянам и возвращается в Израиль, Библия говорит, что внутри ковчега две вещи потеряны. Закон и посох. Единственное, что в ковчеге Завета, это манна. А закон о мане, мана была хлебом, который Бог сказал детям Израиля есть. Его называли подножный хлеб, его называли ангельский хлеб, его звали хлеб с небес, его называли дающий жизнь хлеб. Его звали манна, что переводится «что это?». Потому что каждый раз, когда Бог готов двигаться, вопрос, который ты должен задать, это «что это?». Пойми, если ты знаешь, что это значит, что это то, что Он уже делал. И если это то, что Он уже делал, ты можешь это вычислить. Бог не любит, когда ты его вычисляешь. Так что Бог любит делать тебе сюрпризы. Но некоторые из вас настолько застряли в том, как вы хотите, чтобы Бог двигался, что Бог пытается удивить вас, но ты застрял в том, что Бог делал. Тронь своего соседа и скажи: «Малыш, выбирайте из своего ящика. Бог пытается удивить тебя». Вот заповедь от Бога. Послушайте заповедь. Пасторы, послушайте заповедь. Бог сказал детям Израиля, что каждое утро манна будет на росе. Она будет такой легкой, что будет лежать на росе. Но когда будете есть ее, она наполнит вас. До того, как придумали соевые бобы, была манна. Манна приобретала аромат со слов Марра Монидиса, великого еврейского ученого. Мармонидис сказал, что она имела уникальную природу, что когда дети Израиля перемалывали ее и добавляли воду, которая была из скалы, или пили из нее, что жена в доме говорила им, что она приготовила, когда они ели это, что мы едим сегодня? О русском пою. Называют разные блюда на разных языках. Мофонго. Pernil, empanada. What we having today? Gungun pea and rice, jerk pork, festival, water. Our curry goat manish water. Why you say, booyaka. Don't it. Big up to you, man. Me from back of yard, too, me from back of yard. Me not a poser. Чего ты хочешь?
У нас цветная капуста, кукурузный хлеб и горячая вода, дорогой. Когда цветную капусту съешь, остается подлива. И это... Вы ничего не знаете об этом. Oxtails, baby. Для тех из нас, у кого французские корни, duck l'orange, confit de canard, quiche lorraine. И немного венца, чтобы промочить это все. Давай. Но заповедь о мане была такой. Послушай, мана была хлебом с небес. Теперь послушайте заповедь. Бог сказал, собирайте лишь достаточно. Услышь меня, услышь меня. Собирай лишь достаточно, чтобы прокормить тебя в этот день. Не собирай достаточно на завтра. Если они собирали слишком много, она гнила. Бог говорит, ты должен стать зависимым от меня для ежедневного хлеба. Если ты пытаешься жить на останках, малыш, оно гниет. Каждый день тебе надо просыпаться и говорить, я хочу тебя еще больше. Каждый день тебе надо находить о Боге что-то, чего ты не видел вчера. Каждый день тебе надо прорываться в новое измерение. Вы не слышите меня. Однажды, когда я был недавно в больнице, я был госпитализирован из-за рака, вы помните? Кто-то, несколько церквей оплатили доставку букета цветов в мою палату. Цветы, розы. И когда розы прибыли, я был в больнице 41 день. И когда розы только прибыли, это были маленькие, небольшие бутоны. Маленькие, манишенькие штучки. И я посмотрел на них и сказал, ха! Знаете, длинный стебель, и это что-то маленькое на конце. Но каждый день, когда я садился там, я смотрел на розы, и они открывались. И запах, который был хрупко ароматным, теперь начинал медленно пропитывать эту палату. И каждый день розы открывались немного больше, и были цвета и оттенки, которые раскрывались, и было что-то в розе, чего я не видел вчера. Была прелесть, непереживаемая вчера... Вы не слышите меня? Смотри, Иисуса зовут Роза Шаронская. Потому что когда ты только знакомишься с Ним, ты видишь лишь одно измерение. Но если ты посмотришь на Него на следующий день, есть прелесть, которой ты не видел вчера. И если ты посетишь Его на следующий день, есть прелесть, которой ты не видел за день до этого. Итак, Бог повелел Моисею сделать ковчег. И сказал ему, послушай, сделай ковчег с четырьмя кольцами на нем, чтобы он был переносным. Потому что у моих людей есть тенденция быть самодовольными и ленивыми. И я не говорю о самобичевании и проведении молитв всю ночь напролет. Я говорю о том, чтобы, проснувшись утром, просто сказать, «Иисус, сейчас лишь ты и я». Иногда, мои друзья, заметьте, что она говорит здесь. Заметьте, что она говорит. Она говорит, «Я искала его». Я искала, а его не было. Я слушала и не нашла. Есть три разных измерения трудностей. В жизни у вас будут трудности. Но есть три причины для трудностей. Первое, некоторые трудности, они сезонны. Иногда в твоей жизни тебе придется пройти через что-то, что сезонно. Однако благая весть в том, что это лишь сезонно. Некоторые ситуационные. Есть трудности, когда ребенок подрастает в жизни. По мере роста они будут проходить сезоны зрелости, когда родители будут вынуждены позволить им научиться ответственности через страдания. Другими словами, наступит день, когда они придут и скажут, «Мне нужны кроссовки», вы ответите, «Иди работать». Моментально это им покажется трудностью, но это не трудность, это жизнь. Со временем, дорогуша, тебе придется заботиться о себе самому. Это просто жизнь. Но для ребенка, которому нужно
Идти из дома и осознать, что мама не будет платить за все, и папа не будет платить. Это кажется концом их света. Но со временем они научатся, после того, как они поработают, получат свою зарплату, заплатят за свои кроссовки, что это называется жизнь. Сезонные, ситуационные. Не уплати свои налоги. У тебя будут трудности. Не оплати свою ипотеку. Трудность постучит тебе в дверь в лице представителя коллекторского агентства. Есть ситуационные трудности. Иногда мы сами навлекаем на себя. Мы навлекаем их на себя сами. Ты можешь провозглашать и исповедовать весь день. Выйди на улицу с мокрыми волосами, а там мороз. Но я исцелен. Он целитель. Я исцелен. Нет, ты не исцелен, дорогой, ты болен и немного туп. Тебе надо было накрыть голову. Теперь у тебя ситуационные. Но есть еще уровневые трудности. Есть моменты в твоей жизни, когда Бог преднамеренно позволит тебе пройти через что-то, потому что Ему надо вывести тебя на следующий уровень в твоей жизни. И Его молчание... Это Бог, говорящий, мы с тобой застоялись. Мне не нравится, где мы с тобой. Так что я удалю свое присутствие. Ты будешь чувствовать, что мы с тобой охладели. Как будто что-то не так. И теперь у тебя есть выбор. И это либо покинуть меня, либо найти меня. Вы не слышите меня. Ты можешь проходить жизнь, притворяясь, что у тебя все под контролем. Вы видели людей, которые проходят ад, но притворяются, что у них нет проблем? Их дети становятся проблемными, отдаляются от них, а они продолжают притворяться, что все нормально, у них все в порядке, Бог разберется. Вместо того, чтобы развернуться и сказать «Кия!» Во имя Господа, конечно. Бог бросает нам вызов, и Бог говорит, я хочу вывести тебя на новый уровень, но я не могу вывести тебя на новый уровень. Если я продолжу встречаться с тобой там, где ты сейчас, ты никогда не будешь прогрессировать. Если я продолжу награждать тебя в этом месте, ты никогда не возжелаешь другого уровня. Я могу оставить тебя там, либо я могу рискнуть тем, что ты покинешь меня. Пойми, что риск с его стороны, потому что он никогда реально не покинет тебя. Он устранит свое присутствие, но не свою цель. Бог везде одновременно, но Он может утянуть от тебя твою способность ощущать Его, хотя Он все равно там. Ты не знаешь, что Он там. Вы со мной здесь? Бог делает это, потому что Бог говорит, я не могу рисковать тем, что ты заставишь меня застрять в твоем сценарии. Потому что тогда другие люди, которые поверят, основываясь на твоем опыте, будут думать, что я заключенный их проблемы. Но я не в заключении у их проблемы. Давид говорит в 21-м псалме, позвольте мне просто прочитать это вам скоренько, он говорит такие вещи. В 21-м псалме, стих 2, послушайте, что он говорит здесь. Когда откроете... А, я просто прочту это вам. Послушайте это, я люблю этот текст. Боже мой, для чего ты оставил меня? Почему ты так далек от помощи мне? Далеки от спасения моего, слова вопля моего. Стих 3. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения. Это Давид. Но 3 стих говорит, но ты святый. Святость. Идея святости должна войти в это послание. Я заканчиваю. Свой первый пункт. Услышь меня. Послушай это. Отсутствие Божьего присутствия — это для того, чтобы явить Его святость. Бог убирает свое присутствие, дабы ты был оставлен один поразмыслить. Пойми, иногда ты не знаешь, что у тебя есть, дорогуша, пока не потеряешь.
till it's gone. И поэтому Давид говорит, я взывал, а тебя нет. Я искал тебя, а тебя нет. Я умолял тебя. И потом Давид говорит, но свят ты. Если бы Бог был там, он никогда бы не сказал, ты свят. Что привело Давида к подытоживанию святости, так это когда он не смог найти Бога, ему не оставалось выбора, но подумать, как я мог позволить тебе покинуть меня? Когда ты был со мной, я не осознавал, насколько важен ты был для меня. Но теперь, когда ты ушел, я осознал, что ты воздух, которым я дышу. Ты мелодия моей душе. Ты дороже сапфиров и рубинов. Бог, не покидай меня. И иногда Бог удалит себя, дабы ты перестал играть в духовные куличики и сказал ему, Бог, я не для того спасался, чтобы просто сидеть на скамье в церкви. Я спасся, чтобы быть больше с тобой. Не оставляй меня в этом месте. Мне интересно, смогу ли я закончить это послание поскорее. Послушай. Я заканчиваю. Есть момент, когда Бог отдаляет себя, чтобы явить свою святость. Святость — это не то, что ты думаешь о ней. Вопреки, друзья мои, популярному мнению, святость не имеет ничего общего с длиной твоего платья. Святость не имеет ничего общего с размером сережек в твоих ушах или с их отсутствием. Святость даже не имеет ничего общего со стандартом жизни, которым ты живешь. Вальтер Бругамен, который является величайшим ученым иудаизма наших дней. Если вы хотите быть проповедниками, и у вас нет книг Вальтера Бругамена в вашей библиотеке, стыдитесь. Добавьте его быстро. Вальтер Бругамен говорит, что достойное определение Божьего кадеш на иврите кадешо, освятить, сделать святым, быть другим. Святость означает быть другим. Святость означает отличается. Когда что-то свято, это не как то, к чему вы все привыкли. Вы не понимаете. Когда греки начинали рисовать картинки своих богов, они начинали развивать мифологию, которая в конце концов стала фундаментальной структурой греческого мышления или эллинистского мировоззрения. Греки начали рисовать богов как людей. Вы когда-нибудь видели картинки греческих богов? Они рисовали их все, голые, все рисовали. Потому что они видели их как людей, и эти боги злились, а в других случаях завидовали. И воровали жен друг у друга. Злились и убивали людей. И делали все то, что люди делали. Так что греки рисовали богов как себя. Но когда ангелы определяли Бога, их херувимы начинали петь песню. И открывали свой рот. Они говорили... Он не такой, как вы все. Он не как вы. Вот что каждый раз, когда они говорили «святый», ты знаешь, что они говорили? Он не как вы. Тогда святость, согласно левитского закона, когда вы почитаете ветхозаветный левитский закон и кодекс святости, иудейский кодекс святости начинается не с того, какой длины у тебя юбка, или насколько кислое у тебя лицо, или с кем ты тусуешься, с кем ты спишь. Совсем не с этого начинается иудейский кодекс святости. Вот как начинается кодекс святости Ветхого Завета. Говорится, если есть странник в твоем городе, и солнце заходит. Пусти его спать в твоем доме. Накорми его, как будто он твоя семья. Обходись с ним, как с другом. Святость начинается с потери твоей зоны комфорта. И обхождение с людьми таким радикальным образом, что уже само это свидетельствует о том, кто есть Бог. Не то, что ты вручаешь им буклет,
и говоришь, если ты умрешь сегодня, куда ты отправишься, в рай или в ад? Нет, будьте святы, как я свят. Сколько человек Бог привел в свое царствие, и Он знал, что они ни на что не годятся. Кто из вас здесь уже вляпывался? С той поры, как вы спаслись, вы вляпывались. С той поры, как вы освободились, вы вляпались. С той поры, как вы говорите языками, вы вляпались. Но Бог все равно пустил вас в Его дом. И Бог... Смотри, смотри. Я заканчиваю, серьезно. То есть мы определяем святость как способ обхождения с другими. Давид сказал, я взывал, и тебя не было. Послушай, я взывал, а тебя нет. Я искал тебя, и тебя нет. Но свят ты. Смотри, но ты не как мы. Ты обитаешь в словословии вляпавшегося народа. Нам нравится зависеть с людьми, которыми мы можем попользоваться. Ему нравится зависать с людьми, которым он может помочь. Давид говорит, я не могу найти тебя, но проблема в том, что я пытаюсь сделать это самостоятельно. Проблема была в том, что я искал тебя самостоятельно, но ты не живешь. Некоторые из вас думают, что вы можете быть спасенными и не ходить в церковь. Послушай, разве церковь не вляпывалась? Боже мой, и не спрашивай. Сидишь ли ты рядом с некоторыми людьми прямо сейчас, у которых есть вещи, от которых они сполна не освободились? Малыш, не ходи за ними к ним домой. Не ходи за ними к ним домой. Должен ли ты устраняться от них и говорить, я просто следую за Иисусом сам по себе? Ты знаешь, я не хочу ходить в какие-то церкви, потому что церкви полны лицемеров, и церкви полны людей, которые не свободны все равно, и я не хочу ходить в церковь, полную людей, которые вляпываются и грешат. Прежде всего, куда тебе податься, если ты вляпываешься и грешишь? Пойми, это место, вот куда приходят больные, чтобы получить исцеление. И Иисус говорит, разве вы не знаете, что тем, кто здоров, врач не нужен? А вот тем, кто вляпался, как тебе понять, что ты в хорошей церкви? Ты можешь услышать, что кто-то матерится, выходя оттуда. Как тебе понять, что ты в хорошей церкви? В ней есть люди, у которых есть проблемы кое с чем прямо сейчас. От них, может быть, пахнет алкоголем, пахнет сигаретами. Они едут домой, может быть, с кем-то, на ком не женаты. Они борются и пытаются преодолеть это. Они не освобождены, но они работают над этим, дорогуша. И ты понимаешь, что ты в доме, где ты можешь быть исцелен, это когда ты с людьми, которые вляпались. И Давид говорит, я искал тебя, но не мог найти тебя, но ты живешь в хвале народа, который вляпался. И посмотри на своего соседа и скажи, может, у меня и не все нормально, но я могу славить Бога. Может, я еще работаю над чем-то, но я могу славить Бога. Я, может, не сполна освобожден, но я могу славить Бога. И если ты можешь славить Бога, Он обитает в словословии своего народа. Я не ищу идеальной церкви. Я ищу место, где мне позволят выпустить свою хвалу. И вот что происходит. Иногда, когда пара охладевает, когда они в разлуке друг с другом на время, они начинают осознавать, что есть вещи в их жизнях, которые они не видели раньше, и разлука позволяет им сказать, «Я не ценил тебя, но ты знаешь, какие гренки я люблю. Ты знаешь, что я люблю их чуть-чуть подгоревшими, но не слишком. Ты знаешь, какую подушку я люблю, слегка взбитую, и еще одну, чтобы обнять ее, когда ты откатываешься на другую сторону кровати. Ты знаешь, как мне нравится немного песенок. Давай я тебе лучшее, что есть у меня, чтобы помочь мне заснуть поздно ночью. Давай же! Ты знаешь, о чем я говорю? Ты знаешь, но я не осознавал, сколько у нас общего, пока твое отсутствие не растопило мое сердце. Смотри. Смотри. Итак, Бог удаляется от тебя. Почему? Потому что некоторые трудности уровневые. Смотри, вы слушаете меня? Смотри, вы слушаете меня?
Другими словами, если бы Бог благословил меня там, где я был. Смотри. Если Бог благословляет меня там, где я есть, то я всегда останусь там. Вы не слышите меня? Итак, Бог приходит и находит тебя где-то в неведомом месте, где никто не знает меня. Я пытаюсь сидеть там и не отсвечивать, чтобы никто не узнал меня. И тогда Бог делает мне обетование. Если ты... Правильно, брат. Скинул руку сразу. Они готовы. Смотри. Он хочет дать это тебе. И когда ты протягиваешься к этому, он говорит, нет. Если хочешь получить, тебе надо... Погоди, брат. Ну давай, брат. Если ты хочешь получить это, иди сюда. Теперь погоди. Вот здесь он мог бы быть уже зол. Потому что проблема в том, что я все еще не благословлен. Я все еще нищ. У меня по-прежнему ничего нет. Но он настолько захвачен жалобами, что он не осознает, что хотя, может, он и не имеет то, чего Бог обещал, он уже не там, где он раньше был. И Бог кладет что-то, чтобы вывести его оттуда, где он был. Если бы вы слышали меня сегодня, и некоторые из вас сегодня говорят Богу, «Бог, почему ты не ответил моим молитвам? Почему ты не спас мою семью? Почему ты не освободил?» Потому что Бог говорит, «Я пытаюсь вывести тебя на следующий уровень». Я пытаюсь вывести тебя на следующее место. Я не хочу, чтобы ты оставался там. Но я хочу, чтобы ты поднялся выше. Я хочу, чтобы ты пришел на следующий уровень. Потряси своего соседа и скажи, я отказываюсь оставаться там, где я есть. Я хочу больше. Скажи «да». И есть времена, когда тебе кажется, что нет слов, чтобы описать Бога. И когда ты славишь, ты когда-либо оказывался в таком месте, что ты не знал, что сказать, и ты просто... Потому что нет слов, чтобы описать твою любовь, твою страсть, твое стремление по-большему. Послушай сюда, сядьте, а то я захочу проповедовать. Кому я сегодня проповедую? Ты когда-то чувствовал себя одиноко, как будто он покинул тебя, как будто бы он далеко от тебя. Ты не рехнулся. Ты не отступил от веры. Ты не потерял рассудок. Это Бог, говорящий, поднимайся выше. Да. Поднимайся на следующий уровень. Поднимайся на следующее место. Ты там, где Он хочет тебя видеть. Послушай, я заканчиваю с этим. Садитесь. Правда, послушай, я заканчиваю. Я все, мы идем по домам. Вот появляется Петр. Петр приходит. Иисус, преданный Иудой, появляется слуга первосвященника. Услышь меня. Слуга первосвященника приходит. И когда он появляется, Библия говорит, что Петр схватил свой меч и отрезал ухо слуги первосвященника. Пойми, Петр был калека. Этот негодник тормозил жутко.
Петр тормозил. Он был с Иисусом 3 года и все равно тормозил. Говорил, а? Я готов. Давай. Петр тупил. Вы никто не знали, что я знаю об этом, не так ли? Слава Господу, давай. Слава Господу. Это ничего. Во всяком случае, Петр достает меч и отрезает ухо слуги первосвященника. Послушай, и Библия говорит, что ухо падает на землю. И Иисус протягивает свою руку и возвращает ухо обратно к голове слуги. Послушай меня. Мы слушали достаточно проповедования, которое забивало нас уже так долго. И что происходит? Люди, проповедники, как Петр, взяли слово, и вместо того, чтобы лечить нас, они отрезают нам ухо. Проповедование. Так что наше ухо упало на уровень праха, который есть уровень плоти. Так что все, что мы слышим, это плотские послания. Вы не слышите меня. Но Иисус появляется и протягивает свою руку. Привет, апостолы, пророки, евангелисты, пасторы и учители. Он берет пятигранное, исполненное благодати служение, и берет ухо из грязи, и возлагает обратно на голову. Привет, Иисус, глава. И он говорит, имеющий ухо, да слышит, что говорит Дух. Послушай, послушай, я заканчиваю на этом. Вот что я хочу сказать. В ту ночь Иисуса ведут в дом первосвященника. От первосвященника его ведут к Понтию Пилату. От Понтия Пилата его ведут к Ироду. От Ирода его ведут обратно к Понтию Пилату. В тот вечер, пока его допрашивают, Петр следует за Иисусом поодаль. И Библия говорит, он стоит у костра. И когда начинает говорить, молодая дама подходит и говорит, «Сэр, я знаю вас. Вы один из тех, кто следовал за галилеянином?» Он отвечает, «Нет, не я». Другая девушка подходит снова и говорит, «Воистину, ты наверняка один из последователей галилеянина». Второй раз он говорит, «Дорогая, это был не я». Третий раз он греет руки у костра, и женщина говорит, «Сэр, ты звучишь даже, как он». И третий раз он отрекается его и говорит, «Это был не я». Потому что иногда ты ожидаешь, что Бог посетит тебя определенным образом. И, услышь меня. И когда Он не исцеляет всех членов твоей семьи, и именно твоя мать умирает от рака, и твой муж падает замертво от инфаркта, и этот твой ребенок не состоялся снова и снова и снова, и он не появляется, а ты платишь десятины, и ты даешь, и ты танцуешь, и ты кричишь, и ты исповедуешь, и ты делаешь все правильно, и все идет неправильно. Иногда ты просто доходишь до момента, что, может, ты и не говоришь этого, твоя жизнь начинает становиться видением того, что ты удаляешься от Него. И были времена, когда ты любил быть в Его присутствии, среди Его людей, и теперь тебя влечет прочь от всего этого. Были времена, когда ты приходил раньше молиться и ждал на парковке, и им приходилось угрожать, что тебя запрут в зале, чтобы ты ушел после служения домой, потому что ты любил Его народ. Теперь все изменилось. 3 раза Петр отрекся его. Все скажите 3 раза. Послушайте, что делает Иисус в Евангелии от Иоанна. Я прочту это вам. Евангелие от Иоанна, 21 глава, стих 3 говорит. Симон Петр говорит им, я иду ловить рыбу. Говорят ему, идем и мы с тобой. Пошли тот час в лодку и не поймали в ту ночь ничего. Потому что, когда ты оторван от Его присутствия, Он допустит всему, к чему ты прикоснешься,
провалиться, дабы ты не сказал, что ты достиг чего-либо самостоятельно. Позвольте мне сказать это вам. Отсутствие Божьего обеспечения зачастую является признаком отсутствия Его присутствия. Но иногда это настолько неуловимо, потому что мы по-прежнему делаем все правильные вещи, что мы не знаем даже, что наши сердца... Иногда женщина настолько занята своим материнством, что она забывает быть женой. Иногда муж настолько занят тем, что он муж, глава, обеспечитель, и он думает, ну я делаю все то, что муж должен делать. У тебя есть крыша над головой, ага. У тебя есть еда на столе, ага. Я оплачиваю все счета, ага. Я делаю все, что мужья должны делать. И она говорит, но, дорогой, я буду с тобой. Я все равно твоя, даже если мы будем в общаге. Я буду с тобой, даже если придется на маршрутке ездить. Если бы просто время от времени ты протянешься, сожмешь мою руку и скажешь, ты такая же красивая сегодня, как и 20 лет назад. Милая, ты как бокал вина. От времени только лучше становишься. Но иногда он настолько занят соблюдением титула. Титул. Иногда мы настолько заняты, пытаясь быть святыми, пытаясь играть, что у нас все в порядке, но наши сердца... Я удивляюсь, может, я проповедую не тем людям. Петр был с ним. Чуть ли не до... Потряси кого-то. Выволок кого-то. Вынул свой тесак. Петр сделал все. Он считал, что сражаться это было правильно, он сделал все, что ожидалось. И однако, даже посмотри на Иисуса. За кого почитают меня люди? Некоторые говорят Иеремия, некоторые говорят Исаия, некоторые говорят Иоанн Креститель. Петр, а ты за кого почитаешь меня? И он говорит правильную вещь, он говорит, ты есть Мессия. Христос, Сын Бога Живого. Иисус говорит, все правильно. Но Петр, пока ты не стал надменным, не ты знаешь это. Отец мой, который на небе, открыл это тебе. И после он говорит, посмотри, Петр, я скажу тебе кое-что. Ты назвал только что лишь мой титул. О, вы не слышите меня. И дьявол желает уничтожить тебя. Потому что иногда ты настолько занят, зная, кто он есть, что ты забываешь, кто есть ты по отношению к тому, кто есть он. Он говорит, сатана желает сеять тебя, как пшеницу. И я не молился, чтобы тебя не сеять, потому что некоторые вещи тебе надо пройти. Он сказал Петру, я молился, чтобы когда ты будешь искушаем, вера твоя не ослабла. О, я не молился о том, чтобы ты не проходил через это. Некоторые из вас просят, Бог, избавь меня. Он говорит, ты пройдешь через это. И моя молитва в том, чтобы когда ты пройдешь через это, ты пойдешь и найдешь кого-то, кто проходит через тот же ад, через который проходил ты. И скажешь, дорогуша, я тоже хотел отойти от веры, но я все еще здесь. Я потерял мою молитвенную жизнь, но я все еще здесь. Казалось, что Бог оставил меня, но я все еще здесь. Я допускал ошибки, но я еще здесь. Послушай, Иисус сказал Петру, сегодня, прежде чем трижды пропоет петух, ты отречешься меня трижды. Что? Сегодня у костра он отрекся Иисуса. После его смерти и воскресения Петр возвращается к своей обычной жизни, потому что всегда есть искушение вернуться к обычной жизни. Просто вести себя, как будто бы все нормально. Потому что мы настолько научены в церкви не быть эмоциональными. Нас настолько приучили в церкви не показывать, когда нам больно. Мы ранены, мы в депрессии и сталкиваемся с реальностью. Иногда мы настолько заняты разыгрыванием спектакля. Позвольте мне воодушевить вас. Иногда есть моменты, когда, придя в церковь, надо... Когда ты сидишь в церкви рядом с кем-то, и он толкает тебя и говорит, тебе надо славить Бога. Ответим, ты знаешь, ты был последней каплей моего терпения в это воскресенье. Я пытаюсь справиться с некоторыми вещами, и если ты толкнешь меня еще раз, останемся только я, ты и Ашер.
Потому что иногда тебе надо быть внимательным к твоим братьям и сестрам. И иногда, прежде чем ты поторопишься взять свою Библию и парня и уходить в собрание, как обычно, тебе надо потянуться и обнять этого человека и сказать: «Ты знаешь, что-то в моем духе». Ты знаешь, мы всегда различаем бесов. Бог сказал мне, что у нее дух. Как так получается, что Бог никогда не показывает тебе нужду? Он может показать тебе ее беса, но не может показать, что у нее нет денег заплатить за свет? У нее дух блуда. Она не может заплатить за коммуналку. Как получилось, что Бог не показал тебе, что у нее нет денег на автобус? Некоторым из вас просто надо $250, чтобы купить авау. Знаешь, вы не догоняете, вы просто... Does it say supercalifragilistic? Смотрите, что Петр говорит. Я закончил. Я все. Положите это в пасторский фонд. Я только что купил себе еще 5 минут. Слава Господу, слава Господу. О, есть еще 5 минут. Некоторые из тех, у кого дома семеро по лавкам, говорят, надо идти и убрать деньги с трибуны. Смотри. Послушай. Смотри, Петр говорит такие слова. Послушай, что Петр говорит. Ты отречешься от меня трижды. И Иисус сказал такие слова. Теперь смотри, что происходит. Петр возвращается к рыбалке. И я заканчиваю. Послушай, что он говорит. Он возвращается к рыбалке. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу. Я хочу, чтобы вы увидели, когда Иисус явился. Иисус позволяет Петру пройти через ночь самостоятельно. Но когда настало утро, когда новый день, новое начало, Иисус всегда будет стоять утром на берегу твоего прошлого поражения. Когда ты только что упал, Иисус не будет ждать тебя через дорогу. Он придет прямо туда, в клуб, дорогуша, прямо в кровать, прямо как только ты вляпался. Он залезет прямо между тобой и тем другим человеком. Подвинься. И он скажет тебе: «А я все равно люблю тебя. Нет, я не закончил с тобой. Я Бог вторых шансов». И он сделает это для тебя снова. Я вот-вот потеряю рассудок здесь. Послушай. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Вы те люди, которые жили с Ним, но теперь не узнаете Его, потому что, когда наступает охлаждение отношений, кто-то продолжает расти, в то время как другие остаются в застое. И не вводи себя в заблуждение. Царство продолжит развиваться независимо от тебя. Ничего не остановится, если ты не покоришься воле Божьей. Бог продолжит выполнение своей воли. И некоторые из вас будут там, пытаясь сделать то, что работало вчера, и Бог двинулся дальше, к чему-то новому. Итак, Библия говорит, что плач будет в ночи, а Иисус стоит на берегу утра. Смотри теперь, что происходит. Иисус говорит им, послушайте, что говорит Иисус. Дети, есть ли у вас мясо? Когда Иисус является, Он не является нищим. Потому что после того, как ты прошел изоляцию, ты голоден. Но послушай меня, что питало тебя вчера, не может напитать тебя сегодня. Последний раз, когда Он кормил их, это была Евхаристия, причастие, хлеб и вино. Он не приходит со вчерашним хлебом. Он приходит с сегодняшним мясом. Потому что мясо принадлежит тем, кто зрелый. И Иисус говорит, ты даже и не знаешь, почему ты проходил то, что ты проходил. Послушай меня. Но пока ты проходил это, ты становился сильнее, и ты не знал этого. Ты думаешь, что я явился с хлебом и даю тебе детское питание. Но ты не знал, что через все эти трудности и скорби ты получал силу, которую ты ранее в себе и не знал. Не продавай себя по дешевке. Иисус видит в тебе то, чего ты сам в себе не видишь. Смотри.
Они отвечали ему: «Нет у нас мяса». Послушай, что он говорит. Он же сказал: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете. Только Иисус даст тебе попробовать заново то, в чем ты только что упал». Только Иисус является, и ты говоришь: «Ну, я уже начинал бизнес, и ничего хорошего не получилось. И я уже поступал учиться и бросал, потому что нечем было платить за это. Я уже пробовал жениться, и не получилось». Иисус говорит: «Возвращайся. Я сказал тебе, что у тебя будет бизнес, у тебя он будет. Меня не волнует, что он уже падал. Если я сказал тебе, что пошлю тебе мужа, значит, у тебя будет муж. Меня не волнует, что предыдущий от тебя ушел. Если я сказал тебе, что я благословлю тебя, меня не волнует». Я чувствую Дух Святой. Я чувствую Дух Святой. Смотри, 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 смотри. Закиньте им по правую сторону. Они закинули и уже не могли вытащить из-за множества рыбы. Теперь послушай. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, Библия говорит, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. Петр был там не покрыт, наг, потому что риск охлаждения отношений в том, что ты теряешь свое покрытие, то есть Христа. И Петр откисал с другими ребятами, которые были религиозны, но они не знали, кто он был. Они не узнали, кто он был, послушай. Библия говорит, он спросил у них: «Есть ли у вас мясо?» Они сказали: «Нет». Смотри. И они не узнали, кто он был. Тогда он сказал: «Забросьте сеть по другую сторону». Он говорит: «Я знаю, что вы только что потерпели поражение, но попробуйте еще раз». Тогда они посмотрели еще раз и говорят: «Это Иисус». Только Иисус сказал бы нам попробовать заново что-то, в чем мы только что проиграли. Ты когда-нибудь сталкивался с вопросом: «Откуда я знаю, что это от Бога?» Это когда в том, в чем ты проиграл, он говорит: «Попробуй еще раз». Смотри. Петр накрывает себя своей рыбацкой одеждой. Послушай, вот он, человек, про которого Иисус сказал: «На чем камне я построю церковь свою?» А он все еще носит свою рыбацкую накидку. Потому что некоторые из нас, из-за того, что мы не идеально вписались в церковь, мы пытаемся вернуться и вписаться туда, откуда мы пришли. Но не дурачь себя. Ты и среди религиозных людей не впишешься тоже. Но и не возвращайся туда, где ты был. Услышь меня, молодежь, никогда не возвращайся домой после того, как выйдешь отсюда, пытаясь вписаться. Ты изменился. Что-то в тебе сделало тебя радикальным. Не возвращайся проводить церковь, как обычно. Послушайте меня, те из вас, кто посетители, не возвращайся к жизни, как обычно. Жаждайте следующего измерения. Петр одевается, и я заканчиваю. Клянусь. Хорошо, что он прощает и ложь. Слава. Послушай теперь. И бросился в море, а другие ученики приплыли в лодке, ибо были недалеко от земли. И Библия говорит, что они притащили с собой рыбу. Послушай стих 9. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Стих 9 говорит, послушай это, был огонь. Смотри теперь. На углях лежала рыба. Иисус, пока они рыбачили, он развел костер. Смотри, послушай это. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь. Стих 10. Иисус говорит им: «Принесите рыбы, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, и при таком множестве не прорывалась сеть. Стих 12. Иисус говорит им: «Придите и обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Смотри. Иисус приходит, берет хлеб и дает им, и также рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресении своем из мертвых. Он развел костер, и потом позвал их прийти и есть. И пока они сидели там, Иисус посмотрел на Петра и сказал: «Петр, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Ты знаешь, что я люблю тебя». Он говорит: «Паси агнцев моих». И потом второй раз Иисус смотрит на него, и я думал: «Иисус, что здесь происходит?» Еще говорит ему второй раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» «Ты знаешь, Господь, что я люблю тебя». Он более всех. Он говорит ему: «Паси овец моих». И третий раз Иисус смотрит на него и говорит: «Сын Симон, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя».
Иисус говорит ему: «Паси овец моих, смотри, смотри». И женщина пришла и спросила: «Разве ты не галилеянин?» Петр говорит: «А-а, я не знаю его». И Иисус спросил его в первый раз: «Любишь ли меня?» Он говорит: «Да, корми овец моих». И второй раз женщина спросила его: «Разве ты не знаешь Иисуса?» Он говорит: «Я не знаю его». И второй раз Иисус спрашивает Петра: «Любишь ли меня?» И Петр говорит: «Господь, ты знаешь, что я люблю тебя». И третий раз женщина спросила Петра: «Ты говоришь, как он. Ты должен знать этого Иисуса». И третий раз Петр говорит: «Я не знаю его». И третий раз Иисус посмотрел в лицо Петру и спросил: «Любишь ли меня?» Только Иисус встретит тебя у того костра, где ты его предал, и зажжет новый огонь. И скажет: то же место, где ты вляпался, это будет место, где я тебя встречу. И на каждый раз, когда ты допустил ошибку, я дам тебе возможность обратить все вспять. Может, ты чувствуешь себя далеко от меня сейчас, но сегодня я возжигаю огонь твоей души. Я возжигаю огонь твоей молитвенной жизни. Я возжигаю огонь твоего помазания. Я возжигаю огонь твоего служения. Я возжигаю огонь и страсть, которые были у тебя ко мне. Как олень рвется до потоков, так и душа моя жаждет по тебе. Ты был отчужден. Вставайте на ноги все в этом здании. Три раза Петр отрекся его. И три раза Иисус встретил его и сказал: «Давай». Позвольте мне сказать кое-что вам. Не было сверхъестественных громов и молний. Ничего великого. Библия говорит, что Петр просто, как и все остальные, не знал, кто это был, пока он не дал ему второй шанс. Иногда мы оказываемся в таком месте и даже не знаем, что мы далеки от Бога. Даже и не знаем, что что-то потеряно. Даже и не замечаем, что мы с чем-то боремся. И что-то входит в нашу жизнь, и Бог напоминает нам и говорит: есть иной уровень. Некоторые говорят: я просил Бога благословить меня, почему Он не благословил меня? Бог говорит: если бы я благословил тебя там, ты так и остался бы там. Я не хочу, чтобы ты был там. Я хочу, чтобы ты был здесь. Ты чувствовал отчуждение, но сегодня Иисус сидит на берегу утром, и Он разводит костер. Костер здесь. Означает ли это, что некоторые из вас не уходят отсюда сегодня так? Знаешь, такой глубокий. Не приходи сюда со всей этой духовной дурью. Не приходи сюда со всем этим. Я не говорю о том, чтобы люди начинали ходить, как будто они двоюродные дяди Богу, надели такие кислые лица, кислое настроение, кислые одежды. Ты знаешь, как узнать, что ты среди святых людей? Святость — это гостеприимство. Ты знаешь, как мы показываем, что мы святы? Не показывая, что мы лучше. Ты знаешь, как мы показываем, что мы святы? Показывая любовь, которую имеет Бог к нам. Мы показываем ее другим. И когда другие боги убили бы нас, наш Бог продолжил любить нас. И когда другие люди выгнали бы тебя из церкви, мы подходим и говорим: давай, я подвину свою Библию, проходи, садись рядом со мной, дорогой. Величайшее свидетельство, которое у тебя когда-либо будет, это любовь Божья и сострадание Божье. Библия говорит: познают вас по любви, что у вас есть друг ко другу. Мы были отчуждены, но наше охлаждение отношений с Ним проявляется в охлаждении отношений друг ко другу. Но сегодня, когда я досчитаю до трех, все, о чем я собираюсь вас спросить, послушай меня, простой акт вскидывания рук, пока не делай этого. Но вскидывание рук — это древний знак от слова на иврите «Ядах». «Яда» — воскинуть руки — это символ покорности. И более, это символ страстного, как ребенок, который хочет к папке на ручке. Когда я досчитаю до трех, я хочу, чтобы вы вскинули свои руки и просто 15 секунд поговорили с Ним. Не копай глубоко, не волнуйся о соседе. Просто поговори с ним и скажи ему: я знаю, что я был далек. Я сделал ошибки, но я здесь. И ты мне нужен. И я не каждую неделю в церкви, я не идеально плачу свою десятину. Я пытаюсь, но Бог, ты знаешь, я нуждаюсь в тебе.
И может, я не говорю этого и не показываю этого, но сегодня я просто прошу еще одного шанса. И если ты веришь в это, не копай глубоко. Меня не волнует, кто ты. Я епископ Аш. И мои руки взметнутся выше раньше твоих. И эти 15 секунд просто поговори с Богом. И когда ты закончишь, послушай меня, в конце этих 15 секунд, я хочу, чтобы ты взял свой кошелек. Потому что доказательство нашей жизни. Мы не даем деньги, чтобы что-то там сверхъестественное. Не позволь людям дурачить тебя, говоря, если ты дашь $1000, Бог посетит тебя. Ты что, рехнулся? Человек, у которого нет $1000, не получит благословения. Это риторика. Это лишено здравого смысла. Но есть люди здесь, которые могут дать $1000, и есть здесь мать, у которой 5 детей, и все, что она может дать, это $3. Ее $3 настолько же велики, как твоя $1000. Потому что это все, что у нее есть. И после того, как ты начнешь поклоняться эти 15 секунд, и Бог коснется тебя, я хочу, чтобы ты принес что-то и выложил на этот алтарь. Я хочу, чтобы ты принес пожертвование и положил... Я знаю, что мы уже задержались, но сегодня я хочу, чтобы вы принесли это. Мы уже все равно опоздали. Но я хочу, чтобы вы сделали это. И после вы можете расходиться. Но когда вы положите это на этот алтарь, следите за людьми, которые захотят украсть немного... Ладно, не буду играть с вами, не буду играть с вами. Не буду играть. Я хочу, чтобы вы поклонялись, пока вы не почувствуете прорыв. И тогда некоторым из вас Бог скажет положить 100, некоторым Бог скажет положить 20. Но я хочу, чтобы вы положили что-то, чтобы сказать, Бог, я серьезен. Я, может, не смогу питаться на этой неделе из-за того, что я кладу. Но, Бог, я серьезно, это послание было для меня. Может быть, это не для тебя. Если это не для тебя, не волнуйся вообще. Но для тех, кто говорит, епископ Аш сказал некоторые вещи сегодня, которые мне нужны были, я не мог пропустить сегодня, потому что тогда пропустил бы встречу с Богом. Вы слушаете меня? Если это послание было для тебя, когда я досчитаю до 3, подними свои руки и поговори с ним. И он скажет тебе, что дать. И когда он скажет тебе дать это, приходи, клади это на алтарь. И просто поклоняйся Господу, и можешь спокойно идти домой. И он встретит тебя утром твоего нового начала. Кому из вас Бог говорил про ваши собственные бизнесы? Покажите мне руки. Кому из вас Бог говорил о покупке домов? Кому из вас Бог говорил о новом уровне служения и разных вещей? И позвольте мне задать вам этот вопрос. Кому из вас Бог говорил о таких вещах, но вы еще не видели воплощения их? Поднимите руки. Не сдавайтесь. Вы не слышите меня. Не сдавайтесь в своих мечтах из-за поражения. Ты был отдален на немного. Но если ты приблизишься к нему... Он скажет, забрось свою сеть снова, попробуй еще раз, и смотри, как я посещу тебя в этот раз. Проблема была не в обетовании, проблема была в близости. Ты не слышишь меня? Он никогда не менял обещанного. Ты просто отсоединился, но сегодня ты подсоединяешься. Кто из вас готов? Вы готовы на счет 3? 1, 2, 3! Давай, говори к нему, говори к нему! Ronda la 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 bossata, Rihanna la la bossieke. Come on, reach out, lift your voice. Hallelujah. Rada la 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 bonsa, Rada la la bossanda. Come on, come on. Oh, the Holy Ghost is moving. Давай, давай, Дух Святой прикасается к вам повсюду здесь. Повинуйся Богу. Давай, поклоняйся. Давай, простирайся, говори. 30 секунд, еще 30 секунд. Давай, коснись его. Коснись его, коснись его. Коснись его. Давай, давай. Я чувствую, что Дух Святой возвращает молитвенные жизни. Я чувствую, помазание возвращается. Я чувствую, возвращается посвящение. Come on, come on. Reach out to him. Come on, come on. Something's breaking. I feel it breaking.
Давайте, приносите свои приношения сейчас. Несите, несите. Не забудьте, все добровольцы детского служения встречаются сразу после служения сегодня. Продолжайте поклоняться. Не переставайте поклоняться, когда вы выходите сюда. I love it.